Перед вами сварочный аппарат RUSELF IGBT-160. Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки. Он достаточно прост в использовании и обеспечивает хорошее качество шва. Поэтому его можно рекомендовать начинающим сварщикам. Аппарат потребляет 4800 Вт и может работать при пониженном напряжении от 130 Вольт. Диапазон сварочного тока от 10 до 160 ампер. Сила тока плавно регулируется. Доля времени непрерывной работы 80%, то есть аппарат может работать 8 минут из 10. Это говорит о высокой надежности инвертора. Функция быстрого старта упрощает поджиг дуги. Благодаря функции антистик залипание электрода исключено. Наконец, форсаж дуги делает перенос металла максимально равномерным и качественным. Допустимый диаметр электрода не более 4 мм. Это позволяет без особых усилий сваривать металлические изделия толщиной до 4-5 мм. В эту линейку сварочников также входит модель IGBT-160 Pro с увеличенным коэффициентом непрерывной работы 85% и модель IGBT-200 с повышенной силой сварочного тока.